Да, всем привет, парочек. Мы продолжаем играть в игру «Масяня под долгим лесом». Ю-ю-ю. Ну, вроде бы. Я думаю, что это понравилось. Ассасина больше ничего не писал, поэтому я хочу продолжить играть. Ну что, начнем? Что? Новый игрок? Какой новый игрок? У меня ничего не сохранилось? Я сейчас включу запись. Припомнился это. Так, я дошел до этого места. Я хочу очень сказать, что можете, пожалуйста, скажите мне, как сохраняться в этой кассовой игрушке. Мы продолжаем. А еще, конечно же. А, Масяня, заходи. Ну что, все с тобой взяла, что я тебе велела? Да я не помню, что это разговор, что предыдущей части, поэтому я пропущу его. Так, что у нас тут есть? Нас тут не живет, мальчик. Тоже вижу еще один. Не хватает еще обрывок. Ой, зверек. Будто бы тоже можно. Это мой обед, не трожь. Да не трогаю, я не трогаю, понимаю, дело святое. Ну ладно. Зверек, на, пожри, чучело. Ключик нашелся, сдохни, барабас. Выключи. Ну, долго будет все. Он был как-то полезный, не знаю, что ли. Так, что у нас тут есть? Обрывок и диск. А это марсиане прилетали к одной знакомой моей. Она мне рассказывала, дескать, и сувенир вот оставили. Такая умная девушка. Умеет же некоторые стирать. Очень говорю, интересно. Не так все просто. Ключик нужен. Ну, у нас ключик есть. Отвертка. Карта. И бумага. Может, тут путались кольца для бумаг? Нет? Даже и не думай. Да? А вдруг подумаю? Да. Еще. Кружка. Че? Ты там это, аккуратнее. А то алочки вон уже палец откусили. Мальчик. Давай, давай, изучай, брат. Пока не включишь, глянь, что увидишь. Ну, чуть-чуть давай. Ну и теперь нужно туда, собственно, диск пихнуть. Окей. Вот тебе диск. Так, теперь в этих телефонах нужно найти правильный. Да, да. Теперь, кому звонить-то? Надо сначала правильный номер найти. К тебе он найдет. Так, подсказка. Тут карточка нужна, чтобы открыть. Вот карточка. А я не знаю код, простите. Куда могу взять? Я не знаю, дорогу. Часики. Подождем, пока. Давай. Черт, что-то такое накрябано не понять. Надо на свет посмотреть. Черт, тут что-то... Ты черти какие-то. Как хитроумный кот. Сегодня можно прям подумать, что тут прям какие-то сверхсекретные документы. Нет, это только Алочка знает. Ну и что теперь делать? Ну, ты как-нибудь так попробуй. Ну, достань чем-нибудь. Ну, клюшка, да. Клюшки по лазерам? Не, вряд ли. Ну, хотя попробуем, конечно. Лазеры? Что, это лазеры? Вот черт, блин, собака. А, пожар! Туши быстрее! А где тушить? Туши. Так, так,
точно значил. А вот телефончик. 6-4-1-9. Я точно не знаю, что это сказал. 6-4-1-9-6. Мы хотели написать о вашей необыкновенной встрече с привидением. О, господи, да-да-да, я знала, что вы позвоните. Иван находится сегодня в четвертом доме, так что вам лучше приехать сегодня. Какой голос? А, в четвертом, говорите? А я-то все думаю, в каком оно, доме? Не-не, в четвертом, пишите адрес. Записываю. Только будьте очень аккуратны. Сегодня ведь Марс вошел под 7 миллионов. Значит, сегодня могут случаться всякие несчастные... смертельные случаи. О, блин, засада. Ну что ж, приезжайте. Будем считать это вашим испытанием. Ладно, сейчас вот это. Найдем это привидение и закончим серию. Будем по дому без ума проходить. Черный кот дорогу перешел. Не, все, несчастье произойдет. Черный котенок дорожечку перешел. Это конец будет. Это вы, Лариса Юрьевна. Давайте будем вас сейчас интервьюировать. Да, это я. Я потомственная ясновидящая. Где тут ваше привидение? Электричество кончилось. Портрет принимаешь нашей мадам ясновидящей с любимым мясным котом. Ну кто что это там такое? Кенчик там. Музыка нет. Ладно, блин. Что делать? Блин, все ты. Окей, что тут может быть? Ну это, в принципе, просто. Ну, сейчас. Чтобы крутить. Так, походу, что ли. А, да. И здесь тоже нужно крутить, кажется. Вот так. Так. Окей, быстренько. Ну, супер, так-то лучше. Ключ. Может, слышишь? Ей не подходит. Тут таблетки, скотч, очки. Ну, нам пригодится скотч и очки. Ну, ладно. Скотч, я понимаю, как надо сюда. А теперь ему нужна печенька. Печенька. Вот так. Не, ладно, даже просто. Ну, скажи хоть что-нибудь. О, у меня печенька есть. Ай, вкусные. Ну, давай. Да. Пилочка. Быстренько сделаем. Пилочка. Грязь. Ой, ты что делаешь-то? Это же портрет моей прабабки. Так там едет. Да ты что? Ключ. Вот ты клевый. Не, ладно, даже пробуй. А куда ли пилочка? Окей.
О, свершилось необыкновенное чудо. О, зелье для еще всякие травки. Точка. Давайте все быстренько. Точек. Все, будем брать подряд. Дворник, блин, пивот. Итог. Все. Зелье. О, кислота. Сейчас-то замок плеснем, все делаем. Не-не-не, так нельзя. Это пилотов. Ой, да. Нужно в правильном... Нужно в правильном порядке положить. Даже и не тут. Да, я же ты что? Фига себе термоядерные СМИ. Не, ладно. Даже и не... А, блин! Не, фигня. Блин, Менделеев, небось, в гробу как про... Чего ты плакаешь? Это... Блин, у меня глюки, что ли? Глаз? О, вроде готово. Ну, давайте. Нифига себе, как работает-то. Ну, здравствуй, что ли, при... Ну, ох. Сама себя сфоткала. И куда это мы разогнались? А куда это мы спешим, так на пожар? Ой, Аллочка, я так понимаю. А мне вот нужно тебе... Ничего не знаю. Мне никаких сюрпризов. Куда ты топаешь? Ой, работает она, смотри. Вот же зараза вредная. А ты все? Вообще некогда мне. Хотя... Если, например, ты поможешь мне тут, ну, помогу. Ну, в общем, там на столе коробочка с фотокарточкой. Мне их нужно... Окей, ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не сможет. Этих тоже. Ладно, не буду выключать. Прошу сегодня. Может, еще напишу сегодня.